Там какая красота. Прям небо сливается с морем. Синева такая. Синяя-синяя. Вот цветут магнолии. Ветерочек такой свежий с моря дует. А вдали виднеются горы. Красота. Вот мы вышли в центр Саньи. Посмотрим, что тут интересного. Какие магазины, какие кафешки. Это, считай, как самый центр, столица Саньи. Все, как всегда, на китайском написано. И стоят электромобили. Но здесь уже и байки есть, не только электромобили. Я смотрю, вот и байки, которые на бензине. Вот кафешки здесь. Лена, туристическое. Турагентство. Саша говорит что-то. Кафешка. Саша что-то говорит. Давай. Что ты говоришь? Он говорит. Пешеходная улица. В центре Саньи, где гуляют все китайцы. Это типа Волкин-стрита, что ли? Типа Волкин-стрита на Паттайе. Вот здесь мороженое, коктейли. Вот такая колонна. Чего только нет. Это ресторан. Пожалуйста. Здесь начинаются ряды. Типа базарчика. И тут всякая всячина. Что душа пожелает. Все, что хотите. Но это все искусственное, Лена. Это искусственные бусы. А вот здесь вот натуральные раковины, магнитки. Сколько стоит? Что-то он пробурчал, я не поняла, сколько стоит. Это уже все, видишь? Сточенный, круглый весь. Это не сточено, да. Вот это дешевле. Видно же? Так, здесь чем? Украшения, ракушки всякие. А чего вы в магазины не зайдете? Пойдете в магазины? Торговаться надо везде просто. Так мы здесь пройдем? Или что, сразу в магазин побежим? Саша, очень интересно. Украшения везде. Всякие. Из дерева украшения. Торговые центры. Тут что написано? 5. 5 это что? 5 это что? 5 юаней, что ли? Вот нам. Ну-ка глянь. Триста юаней платят. А 5 это что? Всякие сувенирчики опять. Целый ряд вот. Ну а магазины, я бы не сказала, что здесь так дешево. Допустим, платье стоит где-то 300 юаней. Так, а здесь что? Здесь мороженое. А, коктейли здесь. Так вот дымятся, охлаждаются. Это такая статуя хоттейчика.
Здесь все по 39. Мужские товары. Кристина, все по 39. А 39 это сколько? 2200. А? Ой, нормально, 2200. Все по 39 здесь. Нужно наверх. Чё ты? Я даже не чую. Босс никогда не думает о маме. Он думает только о себе. Босс, он главный. И он большой и взрослый. Он никогда и маме не думает. Так, здесь что? Интересно. Здесь всякая кухня. Шорты. По 40. По 6. По 6. А что по 6? По 6, смотри, что по дешевле же. Точно по 6, что ли? По 6. 6, это, наверное, половина футболки. А? 6. Здесь множество сумочек. В этом базаре сколько? Подделок. Всяких. У нас же чемоданы есть. А такая сумочка сколько стоит? Вот такие рюкзаки, вот такие сумочки, чемоданы, 338, вот такие сумочки, цены ни у кого. И купили вот такой чемоданчик, за 200, сторговались. Они просили 400 юаней, Кристишка сторговалась за 200. Сашулька довольна, прям катает чемодан. Как будто его это. Здесь всякая обувка. Там кроссовочки. Тапочки. Вот еще кроссовочки. Кристина, возьми себе вот эти шлепки. У тебя шлепки такие страшные. Они у меня красивые. Шлепочки всякие. А сколько шлепки стоят? Здесь весь этаж в обуви. Со всех сторон. Тут и мужская, и женская. Вот видите? Конца и края нет. На любой вкус и на любой кошелек. Шлепки, танкетки, босоножки, каких только нету. И такие красивенькие. Где? Вот это? Серьезно, что ли? Слобочки. 179 юаней. Вот 79. Так, тоже чемоданчики. Тут дешевле, 159. Сумочки всякие. Женя выбирает вон сумочку. Вот это вот этаж с детской одеждой. С детскими игрушками. Тут все для детей. Для мальчиков, для девочек. Вот обувь, платьюшки, костюмчики. Вот это для мальчиков. Так, 100 юаней стоит такая футболка. 100 юаней. Здесь вот детская обувь. Вот они тулупики. Сколько такие? А? Сколько? 110. Сколько вот это? Одежда непонятно для кого. Это вот детские платьица. Вот такое платьице симпатичное. Сколько оно стоит? Так, 98 стоит. Симпатичное платьице здесь. Куча одежды здесь валом.
Все китайское. Тут по 69. Чего только нету здесь. Изобилие прям. Обувка. Кроссовки. Вот такие платьюшки симпатичные для девочек. Это все для мальчиков. Тут игрушки. Вышли опять на улицу. О, здесь прохладно. Сколько народу много, ужас. В центре. Саньи. Ой. Господи. Тут какой-то... Страшно, там инвалид какой-то сидел. С ногой там у него что-то, ногу. Какие-то прутья шерсти не впиты были. Страшно. Вот мы подошли к супермаркету. Лена! Супермаркет. Давайте зайдем в супермаркет. На ночной рынок так далеко ходить. Мы ночной рынок, вот. Сколько осталось? Сколько? Мама. Осталось всего лишь один километр. 20 минут. Ну, зашли в супермаркет. А? А у нас там что в сумке? Что у нас там в сумке? Ничего нету. Положили вот такую сумку. И они ее запечатывают. Вот так это у них хранилище. Место сейфа, да. А там же деньги лежат. Вот и закрыли нам деньги, кошелек. Кошелек на замок. Ну, к ней подойти, наверное. Hello. Бабушка вам теперь не затратит. Так, вещи здесь опять. И сухофрукты, конфеты по 28, по 19,80. Такой огромный супермаркет. Здесь такой запах специфический. Масла всякие. Здесь булочки. Рыба. Маленькие креветки. Где? Это что такое? А здесь почем? 27? 26. Ну, оно так же стоит. Мы по такой же цене взяли. По 26. Ну, что такое? А, это капуста. Капуста вроде, да? Кстати, надо взять хлеб. Так, 11,60 этот хлеб стоит. Этот 7,80. Вот такой 9,80. Что, нормального нету хлеба у них? Какой-то весь сладкий. 9,60. Вот здесь булочки. Здесь колбаса по 15.
Ой, это не колбаса, это типа ветчины, что ли. На 15 получается. По 33 вот. Вот дуриан. По 23. Конфетки. У них хлеба нету, я искала хлеб. Семечки, орехи, колбаса. Так, это опять это морская капуста. Так, вот такая 7,80 стоит. Подожди, а вот это что? А, это грибы. Грибы 30 стоят. Что за грибы, это не знаешь? А они где-то сушеные, что ли, грибы? Взять, что ли? А? Знаете, почем? Ну, тоже здесь по граммам. Есть вот такие грибы. По 21. Это грибы? Нет, это этот. А вот спаржа ваша. Лилия. Это лилия. Спаржа. По 25. Она, кстати, тоже вкусная. Лилия? 25 это сколько получается тенге? 25. Здесь полторы. Еще 500? Полторы, да. Полторы. Ну, у нас примерно тоже так же стоит. Пойдемте к ним, а то они ушли. А спаржа? Интересные. Пудинг. Это сладости, наверное, какие. Смотрите, какие внутри. Мандарины, манго. Ага. По 3. Я пойду. Будем все вместе, это сейчас не выпустим. А что мы не выпустим? А что, надо обязательно купить что-то? Лена вот набрала. Кристина, пойдем вещи возьмем. Такое модное платье идет женщинам. Идем пешочком на ночной рынок. Осталось 20 минут ходьбы. Дошли, да, как почти до ночного рынка. Здесь огромные здания. Такие вот. Здесь вот ночной рынок. Они все готовятся к открытию рынка, ставят вот такие навесы, чтобы продавать все. А здесь вот чемоданы, сумочки, всякие разные. А дальше там вот эта центральная улица проходит. И можно уехать до нашего отеля на 26-м автобусе. Но он ходит только до 6 вечера. А если не успеем, то придется нам сесть на такси. Вот это вот центр Саньи. Саньи-центр здесь вот. Вот именно здесь вот ночной рынок. Мне понравилась вот такая сумочка. Стоит 169 юаней. Внутри вот такая косметичка. Внутри косметичка вот такая вот. И вот так она выглядит. Вот так выглядит. Такая оригинальная сумочка. Есть еще в розовом варианте. Класс. Мы гуляем по ночному рынку. Тут всего. Всякое всячина.
такие кокосы. Тут и люди ходят, и на мотоциклах ездят. Очень много ожерелья из жемчуга, натурального жемчуга. Все недорогое такое. Кристинка тащит свой чемодан, бедолашка. Но своя ноша не тянет, как говорится. Шляпочки. Там дальше какой-то супермаркет виднеется. Одну, да. Вот эту одну, да? Вот это давайте один. Не, это, по-моему, сэндвич. Все плохо. И вот этот сок. Наш кусок давай.